Он что-то, походу, дело хочет строить. Ну как загребает, а? Бульдозер прям. Свет странно прыгает. О-о-о-о-о! Поскреб, поскреб к себе в норочку. Ой! Что он там собрался делать? Бункер строит, что ли, или что? Во, этот тоже закопался у себя в норку. Они вечером всегда закапываются, да? Как бункер делают. Вот, ольховые шишечки себе закапывают туда, на вход, чтобы никто ему не помешал. Вот на входе, да, то вот, я говорю, камушки, этот ольховые шишечки себе. Потому что ольховые шишечки у нас много тут лежат, они на дне, они очень хорошо дезинфицируют воду. Они очень полезные. Вот, то есть он делает себе блокировку с ольховыми шишечками. А вот этот уже полностью в бункере, вон только усы, как у таракана торчат. Он уже полностью себя закопал на ночь глядя. Завтра, конечно, раскопается опять, вот, но сейчас он уже все полностью зарыл себя. А вон большой гуляет еще пока. Какие-то уже прячутся, а вот какие-то гуляют. Я говорю, у нас их, я уж не знаю даже сколько, 7 штук где-то, да? Это тоже сейчас, уже, наверное, тоже после еды начал искать себе какое-нибудь местечко, хотя очень много я норок сделала, много свободных норок, но вот они иногда долго ползают, ищут себе местечко для того, чтобы спать лечь. То есть они не в одном месте сидят, они каждый день в разных местах прячутся. Я думала, они как бы как оккупируют одно место, то тогда они уже там будут спать, а бы нет, они постоянно каждый раз в разных местах ночуют. А этот хочет постоянно, короче, выбраться на улицу. Постоянно пытается по стенкам лазить. Мой муж говорит постоянно, он говорит, наверное, хочет обратно, говорит, в озеро к себе вернуться. Иногда вот когда наросты на стенках чуть-чуть возникают, он прям по ним пытается на самом деле наверх поползать. Сейчас что-то он под кислородом сидит, под фильтром. Там течение сильное, вот он идет, вот, и вот он там кайфует лапками, что-то гребет, гребет, гребет лапками, как будто в этом, в джакузи. Короче, у каждого свой кайф. А вот моллюска, это вот перловица, вот открытая, но я, к сожалению, вот снимаю на телефон, особо не видно. У нее не как у мидии, у нее как будто борода, что ли, ну не знаю, как будто вот кораллы, да, какие-то маленькие такие ворсинки, когда она открывается, вот где она дышит, и дырочка такая, очень интересная, она уже давно живет, вот она вся уже обросла, и не хочу ее чистить, чтобы тревожить, она вся вот заросла водорослями, уже, наверное, год она у нас живет, то есть тоже брала ее из озера, но нехорошо воду чистит, то есть поэтому... Многих я сюда кидаю, маленьких, и больших, вот таких вот ракушек. Вот, то есть она относительно большая. То есть, ну, короче, все, уже вечер. Уже все собрались ко сну.
Мы уже успокоились тоже. Сейчас так от глоба микровели хат гипикт. Ой, ну их мене, я фритезы. Вот рыбки еще тут плавают. Вот эти серенькие, кстати, вот с полосочкой посерединке. Не которые дарю, а вот другие серенькие. Вот, вот эти. Это тоже из озера. Я их взяла. Они были вообще совсем малюсенькие. Вообще малючки-малючки были. А сейчас у двоих выросли усики. Это, видимо, два самца и две самочки. У самочек нет усиков. Посмотрим, что это за рыбки, что из них вырастет. Не знаю.